Кто такой Павел Николаевич Грудинин? Вы знаете? Президент, что ли? А, это который построил школу и наш сад. Это начальник совхоза. Начальник совхоза. Это, наверное, президент. А еще он построил замок, наш замок. А, это этот. Директор нашего совхоза. Помню, вот он однажды нам показывал, ночью, кажется, в полночь, у кафе «Ягодка» была мусорка, и она горела. Реально, да, внутри. Видимо, выткать была какая-то. А там рядом еще две мужчины стояли с ней очень близко, и они тоже сожглись. Ну, у них там, кажется. Я не знаю, кто это, но мама у меня очень разговорчивая. Может, и знает, кто это. Это острый посадик. Совхоза. По-моему, президент. Я тоже знаю про деда. А, я ясно мне. Это президент такой. Путин. Это директор совхоза. Так же. А в прошлый раз отвечал, что это Путин. Какой дед. Ну то, я думаю, что это кто построил совхоз. О, это заместитель совхоза. Это сам директор совхоза имени Ленина. Да. Это Путин. Я тоже так думаю. Это типа Путин. Павел Николаевич Грудинин это человек. Это человек. Это президент. Это человек, который правит нашим совхозом. Это президент. Нет, президент у нас. Владимир Путин. Ага. Дети – это продолжение родителей, поэтому главная задача, чтобы дети были счастливы. И нам это удается.